Майк, слушай, ключа от фуникулера нет. Джош, его забрал Джош. Его нет, мы опоздали. Шш, тихо. Может, он забрал Джоша в шахту? Стой, не двигайся. Твою мать, какого... Я достану ключ прямо из логова этой твари, а потом мы свалим отсюда. О, теперь найдем путь в логово этой твари. Слушаешь, и все как-то уже очень... Тупо. Ну, я пойду, Джош. Пора тебе усвоить. Есть вещи пострашнее того, что может породить больное воображение такого избалованного малолетнего засранца. Тебя окружали люди, которым ты был дорог. Они хотели помочь! Но всякий раз ты их упорно отталкивал. И теперь ты совсем один. Хотя, похоже, один ты пробудешь недолго. Ты будешь один недолго. Дыши глубже, Джошуа. Дыши глубже. Совсем одни. Но теперь ты с нами. Нет. Мы семья. Уйдите. Оставьте меня в покое! Сгиньте! Почему ты не нашел нас, Джош? Нет. Почему оставил умирать? Не хотел вашей смерти. Клянусь. Джош! Убирайтесь! Оставьте меня в покое! Почему ты не спас нас, Джош? У вас нет!
ты хотел нашей смерти! Человеком. Да. Может, шахтер. Или кто-то из сотрудников лечебницы. Там такая хренотень творилась, что меня бы это даже не удивило. Какая хренотень? Кто-то ловил Вендиго. Связывал и держал живыми. Короче, там капец что было. Ого. Видать, я их выпустил, когда все взорвал. Ха. Молодец, нечего сказать. Часы. Что? Покажи. Смотри, здесь был крест. Здесь ее похоронили. Но кто ее выкопал? Пойдем отсюда. Говори, гоп. О, чёрт! Пальцы онемели. Ладно. Я верю вам. Я верю.
Похоже на глюки. Джош! Майк! Джош! Привет! Только не бей меня, не надо. Ты сам с собой говорил. Крыша поехала. Мы думали, не найдем тебя. Давайте уже свалим отсюда. Хорошо. Джош, ключ от фуникулера у тебя? Да. Вот. Хорошо. Видишь вот это? Через этот лаз можно выбраться. Нет, Джош туда не залезет. Окей, подсади меня, я выберусь и пойду к остальным. Да. Да, хорошо. Ты выведи Джоша тем же путем. Встретимся у дома. Будь осторожна. Вы тоже. Ладно, пошли, псих ненормальный. Зачем так сильно бить-то, а? А, ты уж прости, братан. Я думал, это ты убил Джесс. Был неправ. Джесс? Это ты? Господи, Джесс! Что с тобой случилось? Как тебе удалось выжить? Не знаю. Как ты сюда попала? Мы с Майком уединились в хижине. И потом... Потом... Что? Я не знаю. Я была у окна. Кто-то разбил стекло и схватил меня и потащил по снегу так быстро. Черт. А потом я провалилась. Кошмар. Сюда. Господи. Идти можешь? Да. Тогда пошли. Yeah.
Посмотри, похоже, тут был обвал. Это была я. Что? Я упала и пробила крышу. Ну ни хрена себе. Вот это да, значит, не я один такой. Что? Я свалился сюда с пожарной вышки. Да ты что? Куда? Давай, Джесс. Больно? Боже мой. Ладно. Ладно. Пошли. Мы должны выбраться отсюда. Давай. Давай. Давай, давай. Джесс! Фу.
Сэм! Майк! Господи, что с тобой? Если не уйдем отсюда, будет хуже. Давай. Джош. Он унес его. Господи, жуткая смерть. Плохо. И что будем делать? Надо проверить подвал. Может, там кто остался? И как, по-твоему, мы выберемся? Старайся об этом не думать. Нет! Бежим! Бежим отсюда! Скорее, скорее! Скорее, уходим! Беги! Стой и не двигайся.
уничтожена. Прием. Погодите, я что-то вижу. Похоже, есть выжившие. Приземляемся. Черт! Нет! Уходи! Тот мужик... Даже не знаю, с чего начать. Сначала вы думали, что он вас преследует. Скажите, ваши друзья тоже так думали? Ну, да, но... А может, они его убили? Что? Нет, вы не понимаете, разве не ясно? Если он на вас напал. Он спас меня. Я видел, как он погиб. Я слышала. Джессику не понимаю, как она туда попала, но я знаю, это была она. Он навел пистолет на меня. Вот сюда, прямо в лицо, и мог выстрелить. Он чуть не убил меня, козел. Мы встречались, я думала, что хорошо его знаю, а он оказался полным моральным уродом. Я был с ней. Рядом. Я мог что-то сделать. Я пытался... Ее спасти! Я не смог. А как вы попали в шахту? Меня схватили и потащили и... И что вы видели? Я не знаю. Я не знаю. Он сошел с ума. Такое творил. И... Я думал, это он напал на Джесс. Мы с ним дружили. После несчастья он много общался со мной. Говорил, только я его понимаю. Я думала, мы на одной волне. Если хотите поговорить... Не хочу. Обычно после такой душевной травмы... Спасибо, не надо. Я ткнула его ножницами и попыталась убежать, но я не знала, честно, я не знала! Не знали? Кого вы ударили? Ну, я ударила маньяка. Я не знала, что это Джош, но оказалось, он и был маньяком. Откуда нам было знать, что у Джоша были эти пилы, пистолеты и... Безмозглый следующий, да? Можете ему врезать за меня? Что, простите? Безмозглый, тупой качок, Мэтью Меганытик... Может, вы хотите нам что-то сказать? Да нет, ничего особенного. Ну, то есть, кроме того, что он бросил меня помирать на этой долбанной вышке, как самый последний говнюк. Ваша подруга Эшли говорит, что пыталась помочь. Нет. Она слышала ваши крики. Нет. Это не я. Майк. Что вы помните? Он пришел за мной. Пришел. В смысле? Где он? Он выжил? Послушайте меня. Неважно, верите вы или нет. Поверите, когда увидите. Вы должны спуститься в шахту. Что в шахте, Сэм? Я увидела что-то. И очень хотела бы это забыть.